Коллекция Кум. Иранские ковры ручной работы из города Кум всегда отличает очень высокая плотность, которая превышает 1 миллион узлов на квадратный метр. Материалом для производства служит исключительно натуральный шелк. Из шелковой пряжи делают ворс и даже основу ковров. Священный город Кум – это то место, где создаются самые лучшие ковры в мире. Уникальная способность местных мастеров сочетать более 50 цветов и оттенков в каждом ковре делает их непередаваемо живописными, а высочайшая плотность позволяет производить цветочные орнаменты, которые тонкостью линий превосходят живую природу. Блеск и перелив шелка усиливают цветовые сочетания, делая их яркими и выразительными. Ковры обладают такой нежной фактурой, что прикосновение к ним дарит настоящее наслаждение. Иконография провинции очень обширна. Лучшие рисунки и орнаменты собраны здесь, как в сокровищнице, со всего Ирана. Ковры из провинции Кум сообщат интерьеру благородство исключительной роскоши и подойдут во все интерьеры, от классического до современного, всегда даря яркий выразительный акцент. Все иранские ковры уникальны, даже если они сотканы одним мастером. Все их непередаваемое разнообразие смотрите на сайте kovr.ru.